Друзья, вы, наверное, еще помните известную легендарную российскую актрису театра кино Юлию Дровот. Об этой трагедии сейчас в России уже знают многие. Мы решили вам об этом рассказать, как только узнали сами. К нам поступила информация о том, что этой ночью под Нижним Новгородом в аварию попала Юлия Дровот со своей подругой на автомобиле. Подруга находилась за рулем автомобиля, не справившись с управлением, вылетела на обочину дороги и опрокинулись. Из автомобиля их уже вытаскивали сотрудники МЧС. На данный момент Юлия Дробот и ее подруга находятся в больнице. В каком состоянии, пока точно не знаем. Будем следить за ходом событий, друзья, чтобы завтра рано утром в нашем новом выпуске на нашем YouTube-канале рассказать вам более подробнее об этой трагедии. Спасибо вам за то, что смотрите наши новости. Будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.